минувшей неделе прошел 4-й мастер-класс проекта «Чистый лист», где дети с ограниченными возможностями здоровья готовили новогодние поделки. Об этом более подробно в следующем материале. 3 мастер-класса позади. На елках висят игрушки из картона и шишек, а на столе представлены снеговики из носок. Дети трудятся над новым шедевром. Это необычная куколка. Как ребята справились? Сегодня мы делали маленькую куколку на елку. Справились. Главное здесь не справиться, не сам результат, а именно само общение, именно быть в симбиозе. Проект «Чистый лист» был создан для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них на протяжении года проводят встречи и различные мастер-классы. А под Новый год дети мастерят новогодние поделки, общаются на тему Нового года и закрепляют свои знания домашним заданием. Свое творчество они представляют на мини-выставке. Это происходит в течение года, а в декабре под Новый год это все заканчивается большим фестивалем. То есть то, что мы за год наработали. Большой праздник не удался из-за ограничительных мер. Организаторам пришлось проводить фестиваль в онлайн-режиме в сокращенном варианте. Желающие могли посмотреть концерт в прямом эфире Instagram, а немного позже он появится в сети интернет. У нас 8-й год проводится фестиваль «Люди так не делятся». Вот перерывами мы проводим в таком сокращенном варианте, да, но вообще фестиваль включает в себя очень много мероприятий, часть мероприятий не прошло в связи с карантинными мерами. Но вообще общая программа фестиваля включает и спортивные игры, да, у нас, и мастер-классы. И мы проводим показ фильма о жизни, кому сложнее. Да. Мы не показали в этот раз видеоролики, они у нас вышли только в социальных сетях. Это ребята, которые принимали участие, молодежное видеообъединение, принимающее участие в нашем конкурсе «Мы все жители планеты Земля». В этом году в рамках фестиваля прошло 2 конкурса и 1 проект «Чистый лист». Участие в фестивале приняли гости из Комсомольска-на-Амуре. Это студия «Союз», общество слепых. В рамках конкурса «Мы все жители планеты Земля» принимала 6 молодежных объединений города Амурска, видеообъединений, которые прислали нам 6 роликов. Мы все отсмотрели, победители, если интересно, можно посмотреть на нашем сайте. Уже выставили вчера результаты победителей. Именно победителей. Показываем видеоролики. Ролики замечательные, работы очень сильные, интересные. Они о отношении здоровых людей к людям с ОВЗ, о том, как дети воспринимают эту ситуацию, да, и как они видят мир вот, людей, которые от нас отличаются. Это цель нашего проекта, да? Фестиваль закончился, а вот мастер-классы продолжаются. Желающим предлагают принять участие онлайн. Высылайте свои работы на электронную почту, указанную на экране. На фотографиях должны быть процесс работы и готовая подделка. 18 декабря состоится лотерея для участников проекта «Чистый лист».